спину, да. Ну, надо было стоять под домом, его бы круг убил. Че тут еще можно сказать? Я догадывался, что он в доме. Блять, я сам дурак, че тут еще сказать. У меня еще аптека была, я мог выхилиться. Знал бы 100%. Там, сука. Ладно, забей. Либо на втором этаже, либо из-за угла. Сомневаюсь, что из-за угла. Мне кажется, на втором этаже. Я слышал, мне кажется, его. Когда я из дома выбегал, он стрелял, по-моему, по челику, которого я убил. Но в любом случае, тогда у меня шансов не было победить. Я бы, даже если бы я не затупил и побежал в круг, я бы в него побежал, он бы все равно выстрелил мне в спину. Здесь либо надо было на 100% уверенным быть, что он сидит вот так вот в крысу. И тогда бы я просто пересидел его, и его бы круг убил. Ну что теперь? Жизнь тяжелая штука. Иногда ты убиваешь круг, иногда он тебя, хотя нет, всегда он меня. Интересно, сколько там оставалось секунд до того, как он меня попал, до его гибели. У меня где-то еще пол хп было, наверное. Секунда три мне не хватило. Так, там две машины даже. Пум-пум-пум-пум-пум. Одна гнилая, а вторая тоже похожа. В круг успел бы, если то он бы умер. Он бы умер, даже если бы я не побежал в круг, если бы я остался перед забором подыхать. Я бы все равно выиграл, меня позже круг убил. Ну откуда же я знал, блин, я типа мог предполагать только, что он дома, а как бы, блядь, если бы я типа в круг не побежал, а он бы был, например, на холме напротив, как бы выглядело охуительно мое решение. Все такой, а, он дома, давайте постоим около дома. Все будет норм. Так же тоже, если бы меня сквозь стены просвечивало. Просто проблема в том, что если бы я побежал как бы раньше в круг, тут я бы все равно умирал, типа у меня не было тут практически никакой возможности на что-либо. Достойное. Увы, как бы это не грустно было. То, что он, блядь, на втором этаже, я бы никогда в жизни не смог бы его там снять. Бля. Ну, какую-нибудь сумку самую хуёвую, пожалуйста. Спасибо. Так, помог нахуй сразу. Ой, пошли в город. Еще по времени 2 минуты 33 секунды. Надо в городе машину лутать. Ты его на горе видел с 19 секунды, или мне кажется? Короче, забейте. Я не знаю, где он был. И че теперь париться-то? Я был в проигрышной позиции. Что-то меня приглючило, что я перепрыгну этот забор и все. Это не тот топ-2, о котором, типа, стоит прям сильно париться. Я двух бомжей каких-то убил и сидел, блядь, в писсуаре 20 минут. Такая победа не сделала бы мне чести, мне кажется. Люди бы запомнили меня как лимонадный Джо. Да, на горе. Ну все, тогда вообще забейте. Тогда, ну, вообще у меня никаких шансов не было выйти. Он просто в убер-позиции был относительно меня.
Вы гипер. Блин, в этом городе машины есть. Если нет, то я в говне. Вот что мне могло помочь в прошлой катке. Надо будет брать такое дерьмо. Это бы могло что-то... Блять, я броню не натянул. Ну что ты будешь делать? Погнали назад. Тридцать секунд. Ну ладно, здесь, в принципе, не будет какого-то супер жесткого сужения. Где она лежала? А, лол, это не броня была. Лол. Я повелся, что это броня, это, по-моему, сумка оказалась. Блин, я все-таки сплю еще пока на ходу, надо признать это. Мне почему-то кажется, что я уже был в этом доме, например. Точнее, не было, он открыт. Но этого не может быть. Я здесь один. Чуваки, есть гараж в Жарках? Гляньте, пожалуйста. Если есть, то в какой части города? Буду благодарен. Чембур. О, вторая каска. Первый жилет. Трэш, ну ладно, возьмем. Не знаю, что он дает. Так быстрее. Надо смотреть, парни. Быстрее. Кто не посмотрит, тот петух. Ладно, тут уже нет времени. Нужно следующий дом быстрее бежать. Например, в магазин и потом наверх в те хрени. Так, Скар. Ну ладно, хрен с ним, я с калашом уже. Еще один быстрый доступ. 4х нашли. Есть, но сложно объяснить. Принтскрин. Но альтабутс у меня нет времени, к сожалению. Уэ. Может, ты способный парень? Попробуй. Вот тут? Нет. Ну, я хз, я, мне кажется, от первого круга сейчас кухнусь. Гаража нет, понял. Два мнения. Но я anyway побегу лутать. Как даун. В надежде на второй жилет. Не найду его, но найду сайгу. Бля, ну это не гараж. Нет. Вдоль дороги слева от тебя респится машина. Хуй знает, не уверен. Не вижу машину. Вдоль дороги сейчас бежать, мне кажется, прохладно будет. Так, окей. Не-не-не-не-не, я проебал над кругом. Тут никак не выбраться. Ах, что за блядские города без машин, а? Кто их придумал? Чё у меня нет аптечек? Охуенно. Не, ну я побегу, потому что есть всегда шанс наткнуться на какой-то рандомный...
Конечно, надо по дороге бежать, но я по самому короткому пути еще вынужден бежать, а не по дороге. Всегда можно наткнуться на какую-то рандомную тачку. Вон, отлично. Живем. Сюда. Сейчас в ней бензина на пол шишечки или что-нибудь вроде того. Блин, обидные, конечно, топ-2. Все-таки я так подумал, пораскинул мозгами. Баги, конечно, получше этого дерьма, но сейчас как бы не до жиру. Я нужный мне мост пропустил, походу. Здесь был еще один более короткий, но ладно. Я не уверен, что я все равно успею, потому что сейчас круг догонит, и у меня нету аптеки. Не успею, да. Если только в конце моста не встречает мистер охуительный стрелок. А он может... Угу. Так, ну лутать здесь... Не знаю. Давайте выхилимся хотя бы, да? Ой-ой-ой-ой-ой, какая ошибка. Все, ошибки нет. Одним более утоляющим даже получится. Надо, я не знаю, как мне сейчас быть, как бы. Здесь есть дома. Но есть и опасность быть трахнутым оттуда, например. Чуваком с каром. Че я подобрал? Я не хотел ничего подбирать. Хз. Хизи. Еще один первый жилет. Мне бы, блин, жилет получше. И, в принципе, хрен с ним. М-ка. Там баги еще один. Ружье. Бля. Каска 2. Блять, игра, раздай, пожалуйста, броню на втором этаже. Вторую. Мусора, брони вроде нет. Баллистическая маска дает резист к урону по лицу. Че ты несешь, блять? Я этого человека еще слушал. Ты че, блять, поехавший, что ли, нахуй? Г? Факинг Г. Нет. Похоже, не ГГ. Ладно, побежали к баги, короче, в пизду эти мотоциклы. Там же баги.
Мне не кажется. Хуй знает. Бля, какая говяная херня. Зачем с таким, блядь, вождением вообще эти мотоциклы добавили? Это траллинг какой-то, что ли? Я прям представляю... Нет, господи. Блин, ну мне на один выстрел остался я с такой броней. В баге. Блин, надо было прошлое выигрывать и идти на рынок реально. Без... Не парься, вообще ни о чем. Так, мы в круг въехали, или мне показалось? Да, мы в круге пока еще. Че я делаю вообще? Че я делаю? Че происходит нахер? Давай, баги! Блин, тут болото какое-то, по-моему, в этой части карты. Я слишком часто играл в этой части. Я ее плохо знаю. Так, ну мы в кругу. Охуительные дома. Мне нравится. Какого, блядь, хера у меня пистолет делает в инвентаре? Что там? Блин, я в круг не заехал, вы прикиньте. Бля, сел похиляться. Че у меня сегодня? А, ну это, наверное, из-за решейда. Я квадраты за круги принимаю. Так, что у нас тут? Это маленькие дома, я помню, там. Нихуя себе маленькие. Большие довольно-таки. А там чё? Ангары. И пёс какой-то на машине. А вот он. Здорово. И его там приняли сразу. Принимало его началось. Ну я не знаю, блин. Какие-то они прохладные эти домики. Тут вообще окна супер палево. Зачем я вышел? Вот это мой, мне кажется. Открою его. Тихо. Блин, нет, полный бред. Не, сидеть в этом ангаре, это GG, но я ничего не могу придумать. Просто ничего. О, найс. Блять, тут такие дома обсосные. У меня даже сковороды нет. Слева от меня. Ага. Было приятно знакомиться. Больше аптечки нам очень пригодятся. Компенсатор тоже. Личный магазин, пожалуй, возьмем. Так, энергетика.
Ну, типа, этот случай доказал, что тут оставаться нельзя. Бля, она дырявая. И та дырявая. Ёбаный бред вообще. Пиздец. Ну и че, остановлюсь дефером, блядь, вот этого места. Дырявого. Ну, похоже на то. Прям в центре. Есть тут более выгодная позиция, чтобы сидеть? Кажись, это было лучше. Хотя, блин. От меня отсюда не видно, но оттуда. Если я не услышу чела, будет не очень хорошо. Но мы уже и не в центре, на самом деле. Ладно, я подожду в этих амбарах. Дальше видно будет. Они в низине. Я не знаю, где здесь выход из них. И звуки в этой игре говно полное. Там меня еще, наверное, и простреливать могут оттуда. Там я даже, по-моему, челика вижу. Нет, показалось. Ладно, подождем этого сужения. Блин, мне этот пидорас броню сломал так-то. Лучше бы он с той стороны упал. Своим мешком. Может, какой-нибудь идиот бы его лутать начал. О, вижу, вижу. Но он меня, похоже, тоже видит. Или нет? Бля, у меня в спине тут. Тот человек. Где я баги поставил?
Чё там за дома? Чё происходит? Один из домов висит в воздухе. Охуенно, блядь, придумано. Беги, бля. Дверь закрыта. Блять, игра, нахуй. Блять, у меня все висит в воздухе. Чё за хуета? Посмотрите. Я еще не в круге, лол. В этом говнодоме. Вот тот, кто меня стрелял, походу. Чё, блядь, происходит? И где он? Блин, я перепрыгну здесь. Дома приземлились, что ли? Не все. Да, я выпрыгну. Ой, там какой хай-граунд. Я вижу челика, но... Вот что называется плохая позиция. Ну ладно, я в круге. По идее, да. Главное понять, откуда меня стрелять начнут. По идее, они оба где-то на ХГ. Два в живых. 5 секунд сужения.
За этой кроной дерева ни хера не видать. Так, круг не у меня. Да, последний килл был невеликолепен, прямо скажем. Если учесть, что он меня вообще не видел, но я зацепил мышкой клавиатуру. У-у-у! Пам-пам-пам-пам-пам. Какую-то музыку может поставить. Люди обычно в таких ситуациях музыку ставят. Да, последний килл был... Очень плох. Я все смазал им. Без вариантов. Согласен с вами. Было очень плохо. Но как ни крути, сегодня топ-2 за малым и топ-1. Я думаю, это важнее намного, чем то, что я последнего плохо стрелял.